Дорогие мои французские друзья, спасибо всем вам за то, что пришли сегодня на мою выставку «Мир в лицах». Цель проекта «Мир в лицах» – это мир и толерантность. Я хотел бы, чтобы все люди мира задумались, что мы все уникальны, что культура и традиции каждого народа абсолютно бесценны для человечества. И в то же самое время, несмотря на всю нашу разницу, мы все такие одинаковые, мы все просто люди одной планеты. Работая над проектом «Мир в лицах», мне очень часто приходится бывать у коренных народов мира. Коренные народы на сегодняшний день, к сожалению, живут не в самое лучшее время. Буквально за последние 100 лет их культуры практически исчезли. Эти культуры существовали на протяжении многих тысячелетий. Я пытаюсь на своих фотографиях показать, насколько они уникальны, потому что именно коренные народы на протяжении тысячелетий аккумулировали огромные знания. Они умеют и знают, как жить в согласии с природой, беречь и сохранять нашу планету. Мне хочется запечатлеть на фотографиях их гордые лица, показать их всему миру, показать традиционную одежду и культуру, которая в сегодняшний день, к сожалению, исчезает. И я думаю, что вам понравится наша выставка, а Рыжий передает вам привет. Да, Рыжий? Скажи. Скажи привет. По-французски. Умеешь говорить? Привет, Рыжий. Всем привет и до новых встреч. Ура!